Ну вот очередной уикенд, суббота, и мы выбрались на рыбалку. На удивление хорошая погода образовалась, хотя обещали дожди, мы даже приготовились к самым худшим. И сегодня я хочу проверить вот такую вот лодку. Купил за 600 с чем-то рублей. Моя задача на нее поставить мордушку, хочу попробовать. Прикол в том, что она детская и выдерживает до 55 килограмм. А тут у Алексея клюет жестко. Ну вот, в общем, вот такая лодка. И интрига вся в том, выдержит ли она меня. Мне надо заплыть недалеко хотя бы. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Как она выглядит. Задумаемся, как надувать нам. Ну, а сделана она по принципу матраса. В общем-то, только что есть для весел. Но надувается, и это надувается. Называется Кондор 1000. Сейчас мы посмотрим, что за Кондор. Сейчас я надую и вам все покажу. Ну вот так, короче, она выглядит в накачанном состоянии. Сейчас будем производить испытания. Пока что не на воде. Как где залезть? Так, вот я. Вот он, я плыву. Ну как-то так. Попробуем сейчас. Видно будет. Выдержала 100 килограмм. Выдержала. Ну, я тебе скажу так, на пределе. Почему? Ну, потому что сзади уже. Ой, это, блин. Ну, вот, видишь, тебя ноги уже. Без леска. Ну, я сам-то...